Какая-то машина времени. Чудо-блюдо готовится. А что там получается? Рождественская кутья! Вот это да! Как же ее приготовить? Нет, другую что-то. Что-то другое готовят. А, в котелок? Слушай, я тоже такую хочу. По элементу, да, и что получится? Морковку, картошку. Ой, пирожки какие-то за... Запрыгнули. Ой, и огурцы, и все туда напихали. 1912. Какая классная елка. Где наш фотограф? Это я. Я тут. Я просто пытаюсь устоять, а то меня тут сносит. А у нас чайники, концерты. И снова 2016 годом. И вот с таким вот годом. Пойдем подойдем маленько поближе. Да, молчите, я настоящий.